Привет, команда! Привет, зрители! С вами я, Пират, и наша колония. Мы продолжаем играть в игру RimWorld. Так, строил я тут, как видим, защиту. Просто я давненько не играл, и я не помню, что я делал. Надо вспоминать. Так, защита. Мешки с песком. Подождите. Зона. Нет, не зона приказа. Планирование. Вот тут есть такая замечательная штука, где мы можем распланировать, что и где у нас будет стоять. Чем я сейчас и воспользуюсь. Так. Для начала мы сделаем вот так. Тут у нас будет стоять турель. Как-то вот так. Вот так. И лучше вот так. Хорошо, лучше вот так. Вот так у нас тут будет. И потом мы сделаем еще вот тут такое заграждение. Также тут люди будут стоять. Тут первая часть обороны, тут вторая. Ну и вот так. Как-то вот так мы выставим мешки. Мешка с песком. Да. И будет замечательно, я считаю. Так, защита, мешки с песком. Так. Так, а с чего они ставятся? Со стали, по-моему. Вот так вот. Пока что вот так поставим и нормально будет. Все. Ой, микрофон, извиняюсь, если у вас были какие-то шумы. А тут мы турельки поставим. А также человечки наши будут. Но это только, считайте, одна сторона. Нам еще это надо сделать со всех сторон. Угу. И будет замечательно. Блин, все батареи заряжены. Это шикарно. Честно, я не помню. Блин, так давно не играл. Нож из стали. Куда ты его несешь? Ну ладно, куда хочешь, туда неси. Булава из дерева, гранаты. Кстати, инженер полностью исцелен. Это хорошо. А это что такое? А, это непонятная штуковина. Я думал, что-то понятное. Но это непонятно. Ого! Знаете, что мы с этим сделаем? Уберем. Блин, тут столько стали. Пипец просто. Она тут валяется, я не замечал. Вот нуб. Так, а это кто у нас? Заключенный. Личный щит есть. Можно раздеть. Стрельба. 17 лет 8 стрельбы. И ремесло, и строительство неплохо. Садовод. Протезофилия. Нифига, улучшенное зрение. Ой, этого мы себе берем. Это отличный человечек. Блин, у нас становится все больше и больше. Надо ему комнату, походу, сделать. Создать. Приказы. Начнем уже строить. Потому что, да, у нас задач полным-полно. А кто их будет выполнять, непонятно. Так, комнату. Куда же мы ему комнату-то поставим? Наверное, тут 4, 3, 4, 5 на 6, да? Нормально. Так, дверь надо, дверь из бревен сойдет. И строение, нет, покрытие. Как-то странно, покрытие выделили не туда. С чего? С какого урана? Вы чё? Брёвна. Так, и лампу надо ему. На лампу. Лампу сюда. И все, по-моему. А, еще горшок с цветками. Все. Шикарно. Комнатка будет готова. И как раз, я думаю, потом мы сразу его уже там захватим себе. Ага, еще одно.
Мне сказали, как пользоваться этим правый глаз у лени. Не, просто. Блин, правый глаз олень. Указательный палец левой ноги. Излечить. Деревянную ногу правая. Челюсть. Извлечь. Эвтензия. А что это такое? Ладно, не будем. Давайте на левую ногу ему протез поставим. А как он к этому относится, кстати? Ходок, меху. О, только слушайте, так ему даже хорошо. А может ему ничего не менять? Ему и так хорошо, или ему уже пошли делать? О-о, походу уже. О, Снайл пошел делать ему операцию. Какие у тебя навыки? Какие? Медицина 11. Зачем он устанавливает деревянную ногу? Просто бревна берет. Давайте, первая операция в колонии на 32 или какой-то там серии. Офигеть. Вот это я, да. Это, конечно, я профессионал. Давайте посмотрим на это. Медикаменты есть? Ой, ты как, чувак? Обезболивание все тело. Только правильно сделай операцию, пожалуйста. Спит? Ты как? Сделать. А, блин, это готовые эти штаны кто-то сделал. Ты как? Хи-хи. Мувинг плохо. 60%. Блин, я еще хуже сделал, чем у него было, походу. Будешь пиратом. Ну ладно, сойдет. Нормально. Слабость котов нос. Нос ему вырубили. А как ему нос вылечить? Установить, извлечь правая почка, печень. Эвтаназия. Я не знаю, что это. Я не хочу это пробовать. Это, наверное, убить их. Так, нет. У тебя что? У тебя все хорошо. У тебя все хорошо. У тебя тут есть какие-то слабости, но я думаю. О, вот тебе надо. Левый правый глаз. Да нет, пускай живет. Ему надо сначала извлечь ее глаза, а потом это. Она уже старая. Даже не знаю, что с ней делать. Пускай умрет своей смертью. Тут что, под кровать про... А? Думал, он под кровать провалился, а он типа это... Не там спит, где надо. Гриб. Ребро. И все, я всех проверил, походу, больше ничего. Мне надо ребро. Правую ногу. Да ладно, будешь так жить. Нормально. Живой, живой. Это хорошо. Так, доволен. Значит, идем рекрутить его. Замечательно. Это никто не строит. Ну да ладно.
О, картофель готовят. 24 градуса внутри. Внутри 25. Дождь пошел. Что-то плохо работает этот кондиционер как-то. Потому что он, походу, в другую сторону надо. А ну, разберем его и сделаем такой, который будет развернут в другую сторону. Что-то я затупил, походу. Так. Хорошо. Ой, разобрали, блин. Теперь надо температура, вентиляция, кондиционер. Развернуть его или вот так сделать. Да. Для охлаждения нам нужен такой кондиционер, а не такой, как у меня был. Шанс один. Не удалось. Ну ладно. Получится в другой раз. Этот склад уже почти опустел. Печалька. О, но и все. Последнее исследование. Мне дадут за это какую-то ачивку или что? Кто строитель? Кто там это все построил? Так, если тебя... О, оптовый торговец. Сейчас заработаем. Николас, куда пошел? Чистить землю. Какие чистить земля? Давай с торговцем связывайся. Нам надо. Бревна нам не надо. Варк, мясо, блоки, кожа альфа-бобра. Пластали нам надо будет закупить. Это, конечно, да. Рис нет. Так, а где там картофель? Блин, дешево и сердито. Получим 2 раза меньше. 700 серебра. А чем мы еще продать можем? Сланец дешевле? Как так? Ну, окей. В принципе, он нам тоже не нужен. Если что, сделаем. Известняк, песчаник. Хотя немножко сланца оставим. Чуток. Простое блюдо. Рис, сталь, ткань. Стали может закупить. И пластали. Блин, пласталь дорогая. Пипец какая. У нас ее осталось. Где она? 65. Там. Окей, принять. Давайте посмотрим. На корабль надо. А, тут надо сталь. 500. Пластали. Что? Я никогда этого не куплю. И 150 пластали. Нам придется ее откуда-то собирать. Обычный. Обычный. Обычный приоритет. Все, картофель-то закончилась. О-оу. Я продал почти всю картофель. Так, а ну-ка, снаряды-то перенеси. А то я стали накупил. У нас закончилась картофель. Это печально на самом деле. Я
еще стали поперетаскивать надо. О, и дождик закончился. Все, супер. Можешь делать сейчас, что хочешь. Тебе поспать надо, да? О, днем спать пошел. Нормально. 4 часа утра он спать пошел. Так, у нас 1000 серебра пока что. Картофель ждем. 87%. Что-то я протупил с картофелем. И пласталий надо нам напокупать. О, тут есть картофель. 3 градуса. Если сделаем так. Минус 10. И тут тоже. Что это за удар был? О, сталь потаскали на место. Замечательно. О, пошли добывать сталь. Это тоже замечательно. Я так и не знаю, что делать с контейнерами криптосна. Многих лет. Без понятия, пускай стоит. Туда можно, конечно, человечка втыкнуть, а толку? Ой. У нас тут что-то тепло стало. Очень-очень тепло. 3 градуса, 4. Еще холоднее. Он не рванет от таких нагрузок, как я делаю. И тут внутри 19 градусов. Что-то жара, пипец какая. У них тут жара, жара, жара. А это вентиляция, блин. Я думал, это... Так, потом зимой надо не позабывать подключать эту штуковину. То будет печально. Так, все спят. Это хорошо. О, новая комната готова, но я тут заметил, как всегда, вот эту штуковину не сделал. У нас автосохранение. Так, я думаю, еще один день и нормально будет. Защита мебели разные. Приказы, строение. Урна, бревна. Уран! Какая урна? О май гад, пират. Известняк. Вот так. Вот так. Нормально. О, кто-то начал это строить все. Замечательно. А в это вообще кто-то играет? По-моему, нет. Оно просто так. А, у нас есть мясо, нету картофели. Надо готовить. Стоп, а мясо есть-то? Сырое мясо, да, есть. Это почему запрещено? Да, надо больше картофели, потому что она заканчивается. И да, на исходе. Печально. Так, готовим, готовим. Еда нам нужна. Не удалось. Да что ж ты такая?
счастлива. Улучшенное зрение, блин. Зачем ей щит, если у нее ближний бой? Этого мне не понять. Так, с едой проблемки у нас небольшие. Картофель. А, есть картофели, уже хватит. И мясо есть. Все, нормально. Кожу гум крысы можно... О, вечер. Ну все, ребят. Что ж, спасибо за просмотр. Если вы еще не вступили в команду, жмите на кнопочку подписаться. Всем пока.